Администрация города провела очередной конкурс в рамках программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций. Футбольный клуб «Саров» получил грант в размере 500 тысяч рублей. Финансирование в таких объемах команда не получала уже несколько лет. В том году у клуба было финансирование практически нулевое. То есть мы существовали за счет тех денег, которые нам давали благотворители. Это нам ВНЕФ выделял небольшую сумму в районе 200 тысяч рублей. И город в конце нам выделил по такому же гранту 100 тысяч рублей. Это мы потратили на покупку формы и атрибутики мячей. Вот. Сейчас ребята тренируются вот этими мячами и в той форме, которую мы закупили. По словам директора футбольного клуба «Саров», первая часть грантовых средств пойдет на расширение тренерского состава. Клуб регулярно представляет наш город на всероссийских турнирах и чемпионатах. В матчах на выезде команда будет добиваться больших результатов с грамотной организацией игрового режима. Мы пригласили специалиста, тренера, для того, чтобы он проводил учебно-тренировочные сборы, чтобы он формировал клубную команду. И для того, чтобы он руководил клубом в чемпионате. Это ездил с ними на игры, выставлял состав и проводил установку на игру. Другую часть денег потратят на создание бренда. Руководство решило полностью поменять клубную символику. В течение сезона по городу будут распространять буклеты с афишей игр. Клуб готов развивать сотрудничество с коммерческими организациями Сарова. Дарья Козина, Артемий Глазков, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24».